ГИБДД намерена исключить площадку из экзамена на права. Автоинспекция рассчитывает, что водители перестанут сдавать указанный этап с 1 октября 2020 года. Уточняется, что площадку не будут сдавать претенденты на получение прав категорий Б, С, Д. Депутаты Госдумы намерены исключить все лазейки, которыми могут воспользоваться коллекторы, выбивая из граждан долги за коммунальные услуги. Законопроект, запрещающий коллекторам работать с задолженностью за ЖКУ по агентской схеме, будет разработан до конца января 2020 года. Новые льготы получат россияне с 1 января. Дополнительную денежную поддержку получат родители тех деток, которые родились с 1 января 2018 года и стали первенцами или вторыми детьми в семье. Сумма выплат зависит от многих факторов. Во-первых, чтобы появилась возможность получать данную выплату, доход на одного члена семьи не должен быть выше прожиточного минимума, помноженного на 1,5. Второе, от чего зависит сумма, размер прожиточного минимума в определенно взятом регионе. Сегодня 11-классники всей страны писали итоговое сочинение. Зачет по нему — это допуск к ЕГЭ. Ребятам нужно было письменно порассуждать на одну из предложенных тем и обязательно подтвердить свою мысль примером из литературного источника. Кстати, темы сочинения ребята узнали только за 15 минут до начала работы. Новости коротко подготовил Андрей Фадеев.